А пока силовики демонстрируют бессилие, их содержание ложится на плечи налогоплательщиков. Более 16 миллионов гривен заплатит Главное управление МВД за пластиковые номера для полицейских машин. Об этом говорят отчеты в системе «Прозора». Победителем этого тендера на изготовление знаков стали земляки главы МВД Арсена Авакова, харьковская фирма «Светофор». Причем, по сравнению с прошлым годом, цены на изготовление таких же автономеров выросли почти на треть.